Поехать на Красные пещеры мы решили еще неделю назад. И вот ранним утром выехали с Ялты. Вот это вот кудрявая Марья у нас справа. Да, за ней лысый Иван. Тоже за этой горой? За вот этой горой, да. Сильное место. Так, ну давайте все лицом ко мне. Да, обязательно. Такие места, да тут чисто. Причина. Когда-то здесь рыбка водилась. Тяжелый подъем? Иди. Иду. Я тебя не фильмы, кордильеры типа снимают. Всякие индейцы
Лена. Сережа. Лена, здесь вот я пойду. Вера, умыться, а умыться, ну мой. А ты вообще это снял? А? Здесь прямо из-под земли выбивает. А? Чудеса какие. Фонтанчиком, да, мы прям, опа. А вон второй, третий. Чистейшее, да, еще? А вон еще один маленький, смотри, Володь, вообще он ко мне, вот прям. Да, вон еще один. О, еще один, вообще мизер. Ну воды много, выдавливаете. Да какая разница, из-под чего? Ой, ледяная. Такие три прям эти. Три дырки таких мощных, отверстия. Ох, вода холодная. Ледяная. Будем заныривать. И шарик. Только с лошадью выхожу, у меня ноги в разные стороны всюду. Просто бомба. Честно говоря, мне это меньше нравится. Глянуть. Ага. Это мы сейчас делаем. А это какой? Курение вредит вашему здоровью. Кто хочет курить? Так, это радует. Работал этот научный сотрудник, биолог. Ага, там защищено. Видишь, как все интересно. Ну, так я же говорю, что за этой решеткой. А вот это рыси. И оно сухое. Да. Зилка ба. Это выдают людям. Ой, это так. Молодец вообще. Это тоже пещера туда идет. Да. Нет, не должны, но можем. Уже все закрыто, да? Уже нельзя никак не пройти. Можно при желании так же. Да. Как гротик такой, или просто выезд там. Это грот и есть, там все внизу в гротах. Ну они маленькие, да, такие гроты гроты. Такие, да. Ну сейчас советских времен, там полигон у них. Мы тут, а! Не там, а? Поднялся.
потом еще 20 вот там. Только до сих пор отсюда видно, а потом спускаемся, так что, Леночка, недолго. А моя где? Да. Ну, это нормально. А я сама дошла. Молодец. Подвиги. Я туда приеду. А, пчелка. Сюда приезжают, живут. Да, вот те вода. Помидоры черри, пожалуйста. Подножный корм. А ты покорила одну из вершин. Далее аккуратно. А там же, наверное, дуб. О, Наташа уже цветов нарвала. О, чебрец. Чебрец. Да. А, это. Сережа. Урочище Кизил-Каба, Красные пещеры. Не, Лен, справа. Вот здесь, Сереж, это тропа. Вот эта тропа, мы здесь поднялись. А я тебе говорю, что мы здесь, здесь поднялись. Thank you.
Лена, я даже бусинку нашла. Бусинку? Да. Вот это вот так надо. Это зачем? В пещеру спускаться будем? В пещеру? Да. Не знаю, как ух ты, там еще и щель. А, ну это мы прощали. Ух ты. Там вот такая, как туда, небольшая пещерка, это туда. Лена! Лёша, Лена, копейку нашла 53 килограмма. Ну чё, спускай. Я уже полчаса как шла. Сейчас. Ты же... А залазь, как они будут. Так же. А не, Лена не вылезет. Висит. Ух ты. А вон там же выход есть, да? Нет. Нет? А, подожди, там надо посмотреть, вот ему проще будет там зайти. Ух, блин, вон пещера. Тема, да? Обалденно. Что, там сложнее вылазить, не? Вот оно, подземное царство. Проводник. А это котопёс. Это не кошка. Субтитры сделал DimaTorzok.
водопад нет, Вера? Да, я все-таки здесь люблю, знаешь, как-то вот один. Серега, а ты где сюда? Ой, как ты? Здрасте. Здрасте. Так и хотим его подстрелить. Ну, что это? Во! Ух ты! Красиво? На! Красиво! А ну, произнеси это еще раз! Сейчас 3 секунды! Это невеющее дерево! Смотри! Опа! Видел, как она прыжила, снесла его? У него все есть! Со всей ответственностью! Это ствол, я говорю! Я ж не одна такая умная! Ну, такая, кто спорит? Точно! Кушать хочет? Да что, а мне что, гулять? Мне только камень до багажника отнести. А потом я буду свободно. Я донесу, не надо. Ну, Вова, открывай место где-нибудь. Это она тащила. Слушай, ты видела? Мы поехали с Серегой и Вовой. Каменечко. Понятно. Я все время хочу. Кто что собирает? Серега? Да. Ага. Отлично. Вот тоже главное. Видишь? Ага, вынулась. Мы сюда не дошли.